Всем доброго времени суток, с вами канал Art Money, и сегодня у нас видео обзор на вот такой вот набор цветных карандашей с точилкой премиум качества, 36 цветов. Покупал его в фикс прайсе за 199 рублей. Так выглядит сзади. Фотография будет в конце ролика всего, что здесь будет происходить у нас с вами. Так, давайте его откроем. Также по отзывам я узнала, что якобы это акварельные карандаши, поэтому я их и купила. И также мы с вами обязательно проверим, так ли это или нет. Надеюсь, что они поточены уже. Очень на это надеюсь. Да, они поточены, слава богу. А то мне было страшно представить, как я сейчас их бы точила. Все эти 36 цветов. Так, маленькая точилка. Самая-самая обыкновенная. Фиолетовый, наверное, я думаю, фиолетовый у всех. Точилка. Напишите, кстати, в комментариях, какая у вас точилка. Так, насчет точилки. Конечно, я такой пользоваться не буду. На самом деле, у меня вот такая точилка. Она более профессиональная. Туда засовывается, вот, зажимается. И все. И только вот крутится. И точит. Очень, кстати, удобно. У меня таких две. Одна такая, другая в виде яблочка. Тоже очень удобная. Мне нравится. Вот. Проще, знаете, потратить какую-то определенную сумму денег вот именно на такую точилку. Там, я не помню, сколько она стоила. Я покупала очень давно. Чем постоянно тратить на такие. Они затупятся, потом опять покупаете новую, или которая вот есть в стаканчике, там прикреплена, приклеена. Они вообще там ломаются очень быстро. Так. И также нам понадобится листок бумаги. Я беру бумагу сразу акварельную. Она имеет такое свойство. Сейчас, вот, видно вам, да? Ага, вот сейчас видно. Она шершавая. Мы берем ее шершавую акварельную бумагу шершавой стороной сверху. Так, ну давайте начнем по очереди, наверное. Так, поточные они довольно хорошо. Даже вот тут немножко затупленные. Обычно я люблю остренький. Ну, здесь тоже, в принципе, все. О, смотрите, довольно четко, кстати, рисует. Сразу как такой, знаете, он мягкий такой, классный. И одну нарисуем снизу. То есть будем так, одна сверху, одна снизу. Которая будет снизу, я потом водичкой, кисточкой, водичкой мы будем проверять. Чуть-чуть ее так подлиннее сделаем немножко. Очень, кстати, мягкий, классный. Можно даже еще купить одну пачку. Слушайте, ну прям мягкие. Вообще, честно говоря, я не очень люблю рисовать карандашами. Но, видимо, вот мне не попадались нормальные карандаши. Это немножко пожестче, по-моему. Да, чуть-чуть он такой. Но они прям так ходят гладко, такое ощущение, как будто это глянцевая такая бумага. По ней прям так хорошо. Вот, особо с детства я как-то не люблю рисовать карандашами, как-то больше гуашью. Видимо, вот не попадались нормальные. Это, кстати, поточно не очень. Мне не нравится, когда вот на стержне находится еще часть карандаша.
Так, ну и вот у нас был последний. Получились у нас вот такие вот цвета, довольно аккуратненько. Теперь, значит, нам понадобится вода. У меня тут бутылочка с водой уже налита. И также нам понадобятся кисточки. Кисточки я взяла разные, взяла щетину, взяла синтетику, ну, три синтетики у меня. Круглая и две плоские. Плоская маленькая, плоская средняя. То есть, ну, в принципе, маленькие кисточки взяла. Вот, хочу попробовать, наверное, с этой. Я думаю, мне ей будет гораздо удобнее, так как это моя любимая кисточка. Так, набираем чуть-чуть водичку и попробую-ка синенького. Да, смотрите, он растворяется, цвет, в принципе. Даже, смотрите, им можно рисовать ниже. Но все равно эти полосы остаются, которые мы с вами рисовали. То есть они никуда не деваются. Вот. Поэтому я хочу попробовать еще щетиной. Щетина, она более жесткая. И попробую я вот следующую. Красненькую. Не красная, какая-то бордовая. Тоже, в принципе, остаются полосы карандаша. Ну, в принципе, немножко они исчезают. Но мне кажется, тут еще и бумага тоже начинает исчезать. Ну, смотрите, вот как-то так. Сейчас я попробую также все остальные. Мне даже интересно. Ну вот, смотрите, я
Прошлась по всем цветам и полностью растворяется у нас, получается, ярко-салатовый. То есть тут вообще практически линии не видно. Немножечко зелененький вот. Ну, соответственно, яркость и потемнее. Ну, в принципе, вот всех желтых практически не видно, кроме вот этого. Вот здесь вот какой-то пудровый цвет, какой-то он розовый. Ой, блин. Какой-то охро-розовый, наверное, даже тоже плохо видно довольно. Линии. А розовый. Два, наверное, даже оттенка розовых. Вот это хотя побольше. Тоже плохо видно линии. И что у нас? И все. То есть, в принципе, получается, тут у нас раз, два, три. Тут еще видны как-то три, четыре, пять. То есть, пять цветов у меня. Не знаю, мне кажется, может быть, зависит от того, насколько сильно вы нажали, каким краем. Потому что вот тут, смотрите, он линии тоненькие начинаются. Вот здесь вот потолще немножечко. Вот здесь, например, потолще. Может быть, зависит от этого. Мазала их везде всех одинаково. Растирала, старалась. Вот, да, это действительно акварельные карандаши. Они очень, кстати, мягкие. Видимо, нужно покупать акварельные карандаши, потому что они мягче всех, наверное, я так думаю. Потому что сколько раз я не покупала карандаши, у меня всегда они, практически всегда они так четко не рисовали. Там еле-еле был заметен цвет. И все время думала, да что ж такое, как же их покупать-то правильно. А, видимо, надо покупать акварельные карандаши. И вот тогда смотрите, какие яркие цвета, какие яркие оттенки. Всего за каких-то 199 рублей. Целых 36 цветов. Карандаши мне очень понравились. То, что они мягкие. И даже, наверное, в следующий раз, когда пойду в фикс прайс, я, наверное, куплю еще пару пачек карандашей. Что-то я не пойму, тут у меня сломанный карандаш один был, треснутый. Ну, брак, в принципе, везде бывает, это дешево. Вот, обязательно, наверное, куплю еще 2-3, не, вернее, не 3-2 пачки, наверное, я бы с удовольствием еще купила. Жизнь длинная, и в любом случае карандаши пригодятся, тем более так хорошо они пишут, так ярко. Возможно, я буду рисовать ими, возможно, когда-нибудь я захочу. Также ребенок у меня есть, он с удовольствием будет ими рисовать, я думаю, потому что покупать какие-то там другие непонятные цены, они плохо пишут, а вот именно вот эти, они вообще прям классно. И, кстати, я заметила, на прилавке в фикс-прайсе они очень быстро заканчиваются. Когда я забирала, их осталось буквально 4 штуки. Вот, я думаю, надо же, как быстро их забрали. Там отзывы немножко были, то, что вот они акварельные, и кто-то там, несколько человек, вот выложили примерно такие же вот фотографии. То, что пишут ярко, четко. Я подумала, неужели может быть такое? Какие-то там карандаши из фикс-прайса и будут хорошо писать. Вот. Ну, думаю, надо обязательно взять. Вот взяла. Вот. Ну, в принципе, на сегодня это все. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно пишите. Обязательно под роликом в Ютубе свои отзывы. Пожалуйста, напишите там, я знаю, вы досматриваете до конца и уже даже начали писать свои отзывы. Тем, кто пишет свои отзывы именно под роликом в Ютубе, огромное вам спасибо, что вы написали, не поленились. Также смотрите другие мои ролики, также из фикс прайса много обзоров, из обычных магазинов тоже, также продукты, вещи, влоги. Как мы живем с сынком, как мы путешествуем моему сыночку.
год и 10. Тем более скоро лето. Мы будем очень много с ним путешествовать по городу и за городом. И также у нас еще много интересных путешествий, о которых вы узнаете во влогах. Сейчас не буду раскрывать секрет. Также кулинарные рецепты. И всем пока-пока.